Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра от производителя Blitz. Это такой подвес с одним плафоном, плафон из стекла. Оно тонировано в серый цвет и с зеркальным покрытием. Есть узор в виде таких вертикальных закрученных по спирали полос. Диаметр плафона 20 сантиметров. Шнур черного цвета. Металл тот, который есть, тоже черный матовый. Патрон здесь Е27 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочка приобретается отдельно. Я использовал LED-лампу потреблением 6 Вт. Выдает такая около 50. Включенным выглядит вот так. Но стекло свет пропускает. Не так, конечно, как прозрачный плафон, но все же вполне неплохо. Будет вот такой рисунок на поверхности, на которую будет поток света попадать. Это узор плафоне передает. Рассматривать такую модель как основное освещение для комнаты, честно говоря, сложно. Поэтому, наверное, все-таки это вариант такой, который чаще всего используется как дополнительный источник света в комнате. Также можно установить их, допустим, над барной стойкой в каком-то количестве. Высота здесь максимальная 1,20 м, минимальной, ну, может быть, 30 сантиметров. Крепится с помощью монтажной планки. Диаметр потолочной чаши 12 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.